Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребят, знаете, чего у нас никогда не было? Это стратегии. Называется Everything is Pitchy. Задача такая. У нас есть главная база, которая постоянно создает вот таких роботов. Большая, да. Есть зеленая зона, за которую не нужно выезжать, иначе мы умрем. То есть мы постоянно должны соединяться друг с другом. То есть такие башни ставить. И собирать вот эти, добывать персики. Хотя похоже больше на ягод. Все верно, все верно. Собственно, видите, вот в левом, в правом, точнее, нижнем углу у нас есть топливо. Вот, кстати, можно подозвать своих роботов куда угодно. Вот, собственно, когда мы набираем полностью топливо, мы валим с этой планеты. Потом будет общая карта, вы ее увидите, собственно, и там дальше поговорим. Ну, а пока что собираем. Карта спокойная, кстати, самая начальная. Кстати, я вот, знаешь, что хотела сказать? То, что вот у нас сначала отнялись хипы, но когда мы попали вот снова в зеленую зону, они восстанавливаются. Все верно. Как видите, эти персики, ну, будем их так называть, вроде как это и есть персики, они быстро исчезают, то есть ресурсы... Здесь постоянно, да, постоянно нужно искать новые места, кстати, чтобы... Кстати, здесь так, нормально. Но... Особенно вот если вот наверх идти, то там... Ну, я могу сказать, это первая карта. Здесь на каждых планетах разные условия. Иногда бывают метеориты, иногда бывают какие-то там уроды бегают. Ну, очень всякие бывают. Кстати, уже прилично продвигаемся. Мне кажется, нам немножко осталось. Ну, в принципе, да, еще хотел сказать, здесь мышкой можно, в принципе, управлять ими, куда-то руководить. Но мне гораздо удобнее управлять с клавиатурой. То есть на ВСД выходите, он, ну давай, что еле-еле прицелился. Короче, 22, вон там отсчет пошел. Все, да, то есть когда вы полностью набираете, идет отсчет, когда вы отъедете. То есть ваша задача... А надо продолжать добывать? Да, потому что если топливо полностью сбросится, вы все помрете. Понятно. Но если честно, я не заметил, что что-то бы плохое произошло. То есть главное добиться того, что у вас полное топливо. Ну, сейчас я, в принципе, могу ничего не делать. Вон, можно как отдалить. Все, видите, собрались чувачки и улетают на следующую планету. Вот, ребят, мы, собственно, улетели, и открылась общая карта. Конечно, какая цель полная неизвестна, то есть нужно ли все возможно, планеты изучить, вот до либо до ядра добраться. Это уж, может, вы узнаете, напишите нам. Нам нужно улететь на какую-нибудь ближайшую планету. У каждой планеты три пункта. Это опасность какая, какой поверап есть и, собственно, еще какой-то объект. Собственно, давайте куда-нибудь свалим, где безопаснее всего, но везде какие-то проблемы. Давай вот ближе к центру продвигаться. Вот сюда давай. Или, может, ближе к центру все сложнее? Короче, полетели мы сюда, сейчас будем разбираться. Так, вот, о, хорошо, хорошая карта. Отлично. Написано, какая-то нестабильная планета, не знаю, что это значит в этой игре. Ну, блин, будем сейчас проверять, узнавать. Так, ну пока... Три минуты, за три минуты нужно успеть, то есть нам, видать... Надо большие добывать сейчас. Хорошо, я просто ближайший, чтобы уже топливо надо подбрасывать. Ну, кстати, здесь, в принципе... Ну, расположение выгодное, да. Более-менее. Давай да. Наверх, а то он сейчас... Сейчас сдохнет. Помрет. Все, вот так, расстанавливаем. Теперь вниз за надо. Три минуты, хардкор. Погоди, давай сразу же добьем. Да, ну, вот сюда еще встанем. Понятно. Пока что. Нужно, как сказать, иногда разведку устраивать, но здесь разведки нет. Я думаю, не имеет смысла, точнее, сейчас ее делать. Что это полезная вещь, на самом деле, разведка. Если ничего нету. А тут смотри, как... топливо как фигачит вниз. Ух. Почему? Что происходит? Ну, видать, это... Условия какие-то. Ну, как сказать, видать, такая игра просто. Короче, через 2,5 минуты планете кирдык, что ли, или что? Ну, может, что-то поменяется, поэтому будем торопиться... Собирать вот все ближайшие ягоды. Сейчас бы все не сожрали бы у нас тут по-бырому. Вроде соединилось, да, там верхняя точка? Да. Так, теперь, мне кажется, вниз надо. Вниз. Здесь вроде как много всего. Тут скоро все-таки разведка. Ну не, половину мы уже, как видишь, уже набрали. Ягоды большие еще очень много. Они, видишь, как-то сдвигаются почему-то. Начинает подходить иногда мужик. Ой, он сейчас умрет. Ну, ради тебя только, мужик, вот серьезно. Только ради тебя. Слушай, топливо-то почти набрали на самом деле. Может, так наверх? Что? Наверх давай. Да зачем? Надо ближайшие. Здесь потому что не нужно будет соединять. Ладно. Все. Все, сейчас через 30 секунд вывалимся, даже счетчик исчез. Надо, давай. Добивай. А, съела, ты видала? Это как так вышло? Ни хрена себе, я же испугался на самом деле. Не ожидал. Они и так могут. Да ты посмотри, вот, смотри. Она, видишь, с глазами. Подходишь так, оп. Жестко, жесть, да? Что за планета, ё-моё. Валим отсюда нахрен, вы поняли? Валим отсюда. Так, что такое? Быстрее добываем и валим. Пипец, все, я больше ничего не буду добывать. Просто пердуем отсюда. Эвакуация, срочно, эта планета говновая. Ладно, полетели. Тут такая прям заставка успокаивающая. Все собрались, все улетели. Ладно. Давай, о, а что за зеленая прикольная? Какая, вот это? Нет, вот. Вот это? Вот, нет, вот.
Здесь, кстати, никаких бед нету, есть пауэрап. Вот мы вот на нее поплывем. Я уже была полетим. На нее опять нацелена. Да что ты будешь делать? Опять нестабильные планеты. Но почему-то пауэрап не показывается. Я просто уже пробовал, и там пауэрап как бы стрелочкой показывается, где его нужно найти. Все, работаем, в темпе, ребятки. В темпе. Давайте, погнали. Давай, выкакивайтесь, новые роботы. Ну, слушай, здесь прям близко от, как его, от базы. От места высадки, да. Поэтому не проблема сейчас будет. Так, мышку вот единственную, хотя бы мышку убирали, короче, когда начали ходить. Давай тоже сейчас. Ну, я имею в виду вот на вот эту. Большую, да, ягоду. Да. Только смотри, если что, внимательно, если глаза у этих ягод, как видишь, иногда бывает ловушка какая-нибудь. Слушай, а что жизни они восстанавливаются в порядке? Вниз теперь, что ли? Не, вот сюда поближе. Блин, чуть-чуть не достает. Зеленая травушка еще. Давай, чувачочек, сюда, так, пенчик. Связующее звено. Да, короче, все. Блин, персики будем быстро вниз заканчиваются. Или что? Я фиг знает, Юль. Ай, мне кажется, вот лучше наверх. Сейчас продвигаться. Наверх пойдем. Вот одного чувака или пофигу на него? Нет, не пофигу. Тут большая ягода-то. Короче, наверх. Большой. Точнее, вот. Слева потихоньку сюда, начнем. Да. А знаете, как мы сделаем? Мы немного разветвлим, чтобы быстрее, так скажем, персики доходили до базы. Слева будет линия и сверху. Вот сейчас давай, я вот да, так да, потихоньку да, да, буду восстанавливать. Так, ну пол топлива есть. Я не знаю, где пауэрап. Быстрее, здесь, ребятки, видать. О, какая там большая ягода. Надо туда. Ну, точнее, персик, я не знаю. На самом деле, на персике, если честно, не совсем похож. Да пофигу. Собираем. Ну, ресурс. Это важный ресурс, так скажем. Хотел сказать, что пауэрап, походу, искать нужно разведкой. Походу, вот сейчас, когда походу начнется этот отпуск, так скажем, угу, запуск, я пойду искать. Сейчас, в принципе, он уже начнется. Вот сейчас вот еще поставлю, чтобы вот прям наверняка. Потому что топливо, если закончится, все, пойду искать. Карта вроде небольшая относительно. Ну, как сказать, хотя... Так, жизни набрали, подышали. Так. Все, пошли. Эй, а чего отпуск-то не пошел? Не добрал топливо. Нет, быстрее. О, вот это трындос. Ты слишком расслабился. Вообще, слушайте, так, возвращаемся в рабочую. Нет, минута осталась, минута. Блин, тупанул как. Короче, давай без разведки. Давай, все. Да не, здесь ягод много рядом, так что не проблема. Иначе разведка нам все будет хорошо. Сейчас, все, запуск. Вот теперь можно спокойно разведку строить. Так. Почапли. Да. Чем дальше, тем сильнее. А что мы ищем? Я ищу пауэрап, на самом деле. А как он выглядит? Ой, но он... Его увидишь из тысячи. Так, чуваки, за мной. Все за мной. За мной идем. Быстро. Так. Вроде ничегошеньки. Здесь куча ягод. Смотри, сколько... Все, сдох. Умрет. Так. Возвращаемся на карту. Через 8 секунд уже отправимся. Так. Побежали. Давай, посмотрим. Не да не увидим мы ничего здесь. Ну, ягод здесь полно. Ну, ладно, есть, помру все здесь. Не, убежали. А, нет, добежали. Один только не добежал из них, на самом деле. Ну, чё ж теперь? Жертва всегда бывает. О, мы все подбираемся. О, здесь вроде ничего опасного. Было. Слушай, давай вот на такую. Давай, я боюсь просто всякие излишества. Потихоньку мы к центру продвигаемся. Думаешь, что даст конечно нам? Ну, а вдруг? Ну, проверим. Ладно. Короче, давай вот сюда налево. Угу. Много ягодок, а потом и направо. Здесь пойдем сразу же. Ну, надо, да, опять же, в разные стороны развиваться. Здесь много ягод. Эту карту мы быстро пройдем. Учесть то, что эта карта безопасна для нас, в принципе, можно и поискать пауэрап. Да ничего страшного. Мы сейчас... Вот здесь, может, хватит. Блин! Я хотел на яблоку... Яблоку, говорю. Короче, на как эту мы штуку только посадить не называли. Да, короче. Давай вот продвигаться налево, вообще. Хорошо, налево и вон немножко вверх можно продвинуться. Так, не хватило ай-яй немного. Ну ничего ладно, страшного. Сейчас все равно туда зашлем. Связующее звено. Посадили все, мужика. Отлично. Там, слушай, там много. Ой, слушай, а топливо здесь так не слабо жрется, я могу тебе сказать. Да, согласна. Давайте, мужики, работайте. Сейчас, наверх? Погоди, давай сюда. Да, чтобы побыстрее просто отправлялось. Со всех, чтобы стало. Копилось понятно топливо. Ай, чуть-чуть не хватило. Давайте. Блин, слушайте, долго набирается топливо. Быстрее расходуется, чем набирается. Ай, чувствую, потом, если чем больше у нас народу будет, тем больше, наверное, будет расходов. Я не знаю. Хороший вопрос. Надо вот сюда. Блин. Извини, я вот что-то решил сюда уже. Ладно, хорошо, сейчас выкакается мужик. Куда? Туда. Да, слушай, а ну как-то это... Жрется. Сказал, у нас в целом стоит. То есть ну, ничего, сейчас пойдет. Вот там вот большая отлично, дыня. Отлично. Так, давай, мужик. Чувствую, нам сейчас скоро разведка надо засылать. Да, вон снизу небольшая. Даже я не хочу на маленький уж совсем ехать, потому что ну это вообще дичь какая-то. Ох, не имеет Мишка, смысла. Надо разведку реально сейчас. Сейчас все будет, сейчас все будет. Следующего, наверное. Вот, давай. О, слушай, топливо пошло. Ну, пока идет топливо, может, что найдется. О, вот. Так, сейчас. Сейчас, разведка. Блин, ничего разведка не дает. Здесь вроде
Вы слушайте, здесь какая скудная... Вот сюда пойдем. Быстрее! Ай, ну, твоя жизнь была не зря, мужик, я тебе могу сказать. Да, ты, спасибо, ты спас нас. В каком-то смысле, да. Так. О, ну слушай, сейчас нормально все будет. Пойдет дело, все, давайте. Сейчас вот доберемся до туда, и все. Все чики-пуки будут. Так, здесь нельзя уже пилить. Во, ну вот это стабильность наша. Так скажем, работу роботом. Все, 30. Пойду искать что-нибудь, может, что найду. Ради интереса. Просто посмотреть, какая карта была. И можно ли за край уйти? Что здесь будет? Опа, нельзя. О. Не надо этого делать. О! О! Ништяк! Прикольно! То есть земля круглая, понимаете, намек? Да, понятно. Какая планетка вообще маленькая? Да. Мужики, 10. Давайте. Работайте. Че расслабились? Раз уж так, давайте. Во. Все, восстановились. Ну. Плохо, конечно, так. Ну, нормально. Ну, нормально. Ладно. Все равно успеют. Он даже укинуть не успел. Ну чё, слушай, надо посмотреть. Ну, мы делаем успехи, могу сказать. Какую-нибудь опасную хочу планету посмотреть. Сейчас. Посмотрим. Надо будет, да. В общем, открыла снова карта. Посмотрим, где у нас поопаснее. Пойдем, может, сюда синяя карта. Ну, мы не были еще на такой. Здесь будет метеорит. Посмотрим, что как-то опасно. О! Вот какая-то штука, нужно сконнектиться с ней. Вот, видите, объясняет. Ого. Ну, здесь это обучение, то есть. Что-то заряжает. Видимо, здесь еще какая-то топливная база уже есть. Нормально. Вон по стрелке показывается. Понятно, куда, да? Да, короче, да, развиваться надо. Будем туда, собственно. Ща пойдем, ребята. Все, погнали. Топливо сейчас. Пацаны. Вот потихонечку. А вон будем. Видно, ноль. Ой, такое. Еще здесь это. Да. Угу. Ой, как бы... Вот эта карта сейчас жестокая будет. Не знаю, пройдем или нет. Ну, мы уже все равно много карт, на самом деле, прошли. Ну, мы молодцы отчасти. Да. Я не знаю, что будет, если мы умрем. Не хочу проверять. То есть конец игры. Ой, летит что-то. Ой! А если на базу на нашу летит? Да мне кажется... Ну, ой, смотри, как топливо хреново. Ой, ё-моё, мужики. Вот, что ну, творится? Нормально продвигаемся. Так, слушай, я дай-ка сюда. Ну, просто, чтобы еще линия была косвенная какая-то. Поток дополнительный нужен срочно. Ай, плохо сцепился. Мужик, докидывай. Быстрее, мужики, встаем все. А что? Все нормально. У него вон видно, восстанавливается. Да. Сейчас последний поток, последний сейчас сделаю, вот буквально. И можно отключиться. Понятно, пускай добывают. Да. Нам же нужно топливо. А, ну, в принципе, тут большая рядом ягода. Да. Вот, собственно, из-за нее я и начал. А вот теперь срочно идем сюда уже. Так, о, хватило. А, ну, слушай. Нормально. Так, нормально. Побежали. Ну давай вот эту еще сделаем, чтобы и эта ягодка была. Ай, чуть-чуть не хватило. Что он тут нормально делает? Что-то он перекидывает. Вроде. Да, ну... Чуть заглючило его. Вот, давай, вот, пускай добывает. Какая-то странная. Короче, получилось. Не важно. Ладно, нам сюда. О, ништяк. Нормально, не зря поперлись, нормально. Не зря. Топливо уже половина есть, это неплохо. Может, мы успели? Вот эту ягоду. Слушай, а вон она, по-моему, поблизости. Сейчас. Так, во. Ладно, давайте ягоду еще одну. Давайте, мужики, бежим. Сейчас вот эту большую ягоду еще обязательно взять, чтобы топливо набиралось. А как нам добыть? Потому что в любой момент... не знаю. Вот что это такое? А, это повер-ап. Вот, мы нашли повер-ап, кстати. И что с ним делать? Да выкопать просто надо его, и все. Сейчас посмотрим, что нам это даст. Кстати, как бы мы раньше без них? Все, сейчас посмотрим, что это даст. Так, вон, видите, он выкапывает. Ай, упал. Пускай добывает. Да, все, видите, повар-ап несется к нам. Такое, вон он. Такое? Давайте быстрее, пацаны. А давайте. Где он? Он застрял, у мужика здесь очередь сильная. Так, давайте сюда выставим. Все. Вон повар-ап, все. ДДЧ, теперь робот больше радиус видит. Смотрите, какой большой кружок стал. Прикольно, для разведки самое то на самом деле. Так, сейчас выставим, блин. А, стоп. О, как близко. Уронила этих мужичков. Уронила. Слушайте, а здесь у нас много, так скажем, халявщиков. Давайте работайте. Согласна. Сюда. Вон они там вообще халявщики одни. Вот так. Вот так вот. Блин, мы эту штуку-то так еще не добрались. Ай, надо посмотреть все же, что такое. О, вот эту ягоду тоже. О, ну, рядышком. Как раз пускай вот там добывают. Так. Слушай, ну топливо-то более-менее. Ай, не упал бы где-нибудь по нам. Кого-то сбило. Пошли, где она? Короче, на разведку. Все, вот она. Так, давайте, мужики, встаем. Так, что там разрушилось? Да пофигу на них. Ты че? А, здесь практически да все. Ладно, бегу. С топливом, может, все плохо. Я пока это, помимо того, соединюсь. Вот давай еще этого дата. Мужик за мной. Побежали. Все, где здесь это она? Добывает. Где вон здесь еще она? Один, я так, так поняла. Еще подзовем. Я имею в виду, вон, еще штука закопанная. Есть. Где? А, слушай, Юль, у тебя глаз алмаз какой. Так, идем. Быстро, я быстро. Стоп, там кого-то перебили, но фиг с ним.
Давай. Вот, все, мы здесь. Сейчас что-то она нам даст. Наверное, топливо побольше будет. Что-то нам нас всех перебило. Да пофигу. Вот, а вот здесь не пофигу. Где что, кого сбил-то? Ну, убил их и все. Ну, тут что, ничего не поделаешь. Пофигу. Соединяем срочно. Все. О, вот это потная катка, потная. Так. Ну что с этой штукой-то? Все, я получил еще больше, видим, процент. А, да, там же было написано, какой пауэрап. То есть на этой карте только такие пауэрапы. Ой, что творится-то? А с базой-то что? Ну не знаю, она вот заряжается. То есть, видишь, идет процесс. То есть на нее топливо? Я не знаю, я без понятия. Блин, сдохли я от голода. Вот здесь вот где-нибудь поставь, на всякий случай. А, чуть-чуть. Да, вот здесь. Вот. А то мало ли что, упадет сюда, все. Все, соединил. Ты даже не заметишь. А, что творится? Трындос. Так, мужик, за мной, срочно, все за мной. Что-то там произошло. Ё-моё. Быстрее. Так, вот здесь мужик передох, так здесь копает. Сюда идем выше. Так, он чуть-чуть не достает. Нет, вот так вот, да. И рушится. Нет, все нормально. Вот здесь кого-то уронило, как будто. Так, идем. Ну, надо опять туда же. Так, этот мужик, в принципе, нам нафиг. Это что такое? Ты куда пошел, дурак? Мужик, стой, здесь соединить, наверное, надо. На всякий случай соединю. Вот это. Прям сложная карта. Все. Вроде как. О, все, слушай, мы уже накопили уже. Что-то я не заметил. Я тоже не заметила. А что оно все равно? Как-то туда-сюда ходу. Это пофигу уже. Оно все равно же может закончиться, несмотря ни на что. Понятно. Ой, там все. Мы не добыли вот эту штуку, не набрали. А, может, ее набрали, и столько много дошло. Вот я так не понял. Может быть, это отдельный заряд. Ну все, 7 секунд, в принципе. Ну вот сюда. А вот куда они иногда сходятся? Смотри, вот он отходит. Видать, кого-то перебили, им приходится как-то добегать. Да, как-то по-другому. Ой! Короче, потная катка была. Ну смотри, сколько народу. Не знаю, мне кажется, вы... мы даже не посмотрели. Блин, ребят. Нет, по-моему, там не было. Я посмотрю потом на записи, было 0, 1 или 1 из 1. Короче, я предлагаю на этом закончить. Игруха реально крутая, играйте. Мне вот она лично понравилась. Да, исследуйте персиковую галактику. Точно. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.